Сара, пожалуйста, не подозревай профессора, хорошо? Все в порядке, мисс Сноу. Всем привет! Вы на канале Гифплей, и мы продолжаем проходить «Твоя очередь сдохнуть». Не забываем пошлепать мой лайк, написать комментарий, минимум из 5 хороших слов для поддержки этого видео. А еще можно платно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании, или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! Итак, идем за вот этим вот нечто. Чем дальше, тем более явный запах, мяу. У него нюх, как у собаки. Так. Может, пойдем? Так, хорошо, это я читал. Идти. Задняя часть кладовки с куклами. Так. Ну, ясно. На столе лежит голова рейнджера. Она все это время была здесь. И это труп рейнджера. Давайте поищем чип. Давайте поищем чип, пока можем. Да! Хотя, как он вообще выглядит? Плохо, я ничего не знаю о таких сложных технологиях. Па-па. Что? Он разговаривает, мяу. Гин, не кричи. Почему сейчас? Кто там? А кто там? Пожалуйста, уходите сейчас же. Сафалин! Мисс Сара! Леди Газировка, что это такое? А! Значит, ты очнулся, рейнджер. Сафалин! Черт! Тебя дери, почему ты просто не дала мне умереть? Да, Вуф, он плохой парень, оставь его в покое, Вуф. Только не говори, что ты хочешь починить его, Вуф. Что? Меня будут чинить? Тебе нельзя чинить. А? Важные части механизма были уничтожены. У тебя осталось около 10 минут. Не играй со мной в игры, идиотка. Тогда зачем ты? Чтобы тебя закончить. Закончить? Что ты знаешь о себе, рейнджер? Я папин шедевр. Ре-рейнджер. Это не твое имя. Ты незаконченное творение. Что? Гашо внушил тебе определенные сильные чувства. Определенные чувства? Превосходство. Превосходство? Неверно. Сильное чувство неполноценности, которое породило зависть и ненависть. Можно сказать, что оно сделало тебя более человечным. И избавило от того, чем ты обладал изначально. Избавило? Доброта, сочувствие и счастье. Почти все твои положительные эмоции. Даже при наличии механизма, который генерирует выражение лица, ты не можешь искренне улыбаться. Потому что у него нет сердца. Изначально я должна была дать ему его.
Гошо отвечал за отрицательные эмоции, а я за положительные. Но Гошо остановил меня, утверждая, что изъяны сделают тебя более человечным. Не может быть. Сейчас я верну тебе сердце. Куда у него тела уже нет? Хотя, блин, куклы — это ж программа андроида. Так что, так сказать, возможно. Я сделаю тебя идеальным. Не надо. Софалин начала делать что-то с устройством. Не надо, Софалин. Ого. Не надо, пожалуйста. Мне не нужно сердце не сейчас. Я просто должен умереть. Но ты... Хватит, хватит! Меня захлестывают эти ненужные эмоции. Нет, это не... Простите меня, просто... Ты должен познать все, что у тебя забрали. Я не хочу это познавать. Теперь ты идеален. Из бессердечной куклы Реарейнджера ты превратился в человека с сердцем. Человека? В... Что? Что я наделал? И он сдох? 10 минут прошло? Все кончено. Хорошая работа. Пожалуйста, не говорите так. Это всего лишь моя обязанность. Софалин начала ковыряться в голове... Лайзера? Может, Рейнджера? Вот и чип. А? Получен чип... Лайзера. Так, видимо, это все же не очепятка. Вы искали его, так ведь? А? Если использовать его правильно, он сможет взломать охранную систему. Однако для этого мы должны найти тайную комнату, о которой знает только Гошо. Это все, что я могу рассказать, а теперь уходите. Ого. Нормально. Лайзера. Почему его внезапно начали называть Лайзером? Нихуя не понял. Ладно, уходим. Точно, мы пропустили обмен, ха? Я проверила планшет, отвернувшийся, чтобы Гин и Нао не заметили. Все еще жертва. Наверное, ничего не поделать. Нам нужно искать тайную комнату, Мяу, да? Да, нужно найти. Возможно, у меня есть идея. А? Правда? Правда? Откуда, Нао? Кое-кто мне сказал. Кое-кто? Я не могу сказать, но... Пожалуйста, поверь мне, Сара! Хорошо, пошли. Ага. Сначала в лобби. Понятно. А, значит, идем в лобби. Киджанские. Сара.
а? Отлично, выглядишь уже гораздо лучше. Кейджи, мы немного торопимся, так что... Оки-доки, тогда увидимся позже. Гашу смотрит, давай уйдем, пока он не начал что-то подозревать. В разрушенный коридор. Так, Кейджонский. Ладно, значит, с ним не вышло поговорить, идем в разрушенный коридор. Никого нет рядом, да? Да, только мы. Тайная комната, правда здесь? Тайная комната, правда здесь? Сара! Я подумала, когда зайдем в комнату, у нас может быть только один шанс. Так что, могу я сначала осмотреть чип? Осмотреть? Да, если он сломан, будет плохо. Пожалуйста, Сара! Нет, иди нахуй. Что-то не так. Прости, Нао. Ты не доверяешь мне? Я... Блять, а что я делаю? Я не знаю. Вообще, я никому тут нахуй не доверяю. Доверяю. Я доверяю тебе. Спасибо тебе большое, Сара. Ну я не хочу, блять, я думал, это просто вопрос доверия. Блять. Нао. Да. Нао что-то скрывает. Я закрою глаза и сделаю глубокий вдох. И посмотрю на Нао, когда разум прояснится. Как когда я была с Кейджи. Спокойно бьется. Я чувствую его беспокойство, Нао. А, это беспокойство. Что бы сделал Кейджи? Как я могу вывести ее на чистую воду? Может, у меня получится коснуться ее сердца? Ёб твою ж... Получилось? Нао, пожалуйста, расскажи мне все. О чем ты говоришь? Мы с тобой больше не незнакомцы. Мы союзники. Если ты планируешь обмануть меня, то лучше бы мы просто поговорили обо всем. Ты видела меня насквозь, да? Я соврала. Я не знаю ничего о тайной комнате. Старшая сестренка Нао. Но! Я знаю, как узнать. О чем ты говоришь? Сара! Прости. Что? Спасибо за работу. Ты хорошо постаралась, мисс Нао. Су! Что ты задумал, мяу-одиночка? Мне бы хотелось знать, что вы собираетесь с этим делать. В каком смысле? Да ладно, вы хотя бы подумали о том... Вы хотя бы подумали о том, как использовать чип? Ну... Что-нибудь придумаем? Если мы немного подумаем, то сможем его куда-то использовать. Не сможете. С такими сложными устройствами нужно быть куда осторожнее. Чем можешь ты, мисс Сара? Вот поэтому у меня есть кейджанские. Иди нахуй.
не оскорбляй старшую сестренку Сару, одиночка. Блин, сейчас не время для глупых споров. Я должен проанализировать чип с помощью этого ноутбука. Проанализировать? Да куда ты чип собрался вставлять там? Да и даже если есть куда, ну чип, ну его же надо подпаять. Просто так его обсунуть не выйдет. Вы чё там, бухие? Да ужасен, мяу, ты использовал старшую сестренку Нау. Не, ну я согласен, она так себе. Старшую сестренку Нау, Вуф. Она хорошая, в отличие от вас. Ладно, мисс Нао, отдай мне чип. Мисс Нао? Прости. Во? А, ноутбук! Нао схватила ноутбук, оттолкнула Соу и убежала. Хуя он хлюпик. Такая мини-тянка его пизданула. Что происходит, мяу? Постой, чип и ноутбук! Куда ты с ними собралась? Старшая сестренка Сара, пойдем за ней, Вуф. Она побежала куда-то там, блядь. Сука, я не прочитал, куда она побежала. Ой, сейчас, походу, будем покапить. А, ну тут, в принципе, вариантов немного. В лобби она вряд ли там этот хуй очкастый. Не, стоп, он не очкастый. Блядь, я не помню, есть у него очки или нет. Ну, зато у Сетентакли, да, есть. Ну его нахуй. Зэри, нихуя. Блядь, походу она таки там? Она в лобби погнала? Ты ж говори, я не успел прочитать, сука. Она направилась к спальням. Что тут случилось? Не, отстань, Вуф, мы торопимся, мяу. Ох, прошу прощения. А не, у него очков нет. Но вы можете подскользнуться, пока так торопитесь. С дороги, мастер этажа. Ты пытаешься нам помешать или что-то такое? Конечно же нет, я лишь выражаю беспокойство. Занимайтесь своими делами. Нам нужно в спальню Нао. Ну окей. Спальня Нао. Он подозревает. Нао! Не входите, пожалуйста! А? О, у нас гости. О, неужели мисс Сара и остальные? Мяу, этот старик в мониторе, Вуф. Разве Рёка не уничтожила его? Профессор опять вернулся, чтобы защищать нас. Пожалуйста, расслабьтесь все. Я помогу вам сбежать. Поможете? Это как, мяу? Являясь искусственным интеллектом, я обладаю данными об этом здании. Не может быть! Пожалуйста, поверьте мне, вам требуется карта здания, верно? Карта? Мы сможем понять, как устроено здание. Может, мы поймем, как устроено здание? С помощью ноутбука, принесенного мисс Нао, я смогу показать вам все необходимое. Да у тебя ж, блядь, монитор въебали! То есть, ебало, в мониторе чё там не покажешь? Или чё, боишься свернуться, блядь, что? Ай, ладно. Поэтому старшая сестренка Нао забрала ноутбук. Блять, а что спрашивать? Вам нужен чип?
Никогда бы не подумала, что чип Лайзера будет иметь к этому какое-то отношение. Почему не Рейзера? Лайзера. Блять, или они внезапно решили по-другому его называть, или что? Я что-то не вдупляю. И я что-то пропустил. Какого хуя? Я могу проанализировать его, стоит сделать и то, и другое. Сара, пожалуйста, не подозревай профессора, хорошо? Все в порядке, мисс Нао. Теперь скорее подключите ноутбук, времени почти не осталось. Пожалуйста, постойте. Это подозрительно. Это все подозрительно, Нао. Почему ты так говоришь? Я никогда не прощу сомнений в щедрости профессора. Ну же, мисс Нао, мисс Сара и ее друзья утомлены. Так что, просто подключи провод. Не делай этого, Нао. Вот так подойдет, профессор. Ты проделала отличную работу, мисс Нао. Тобой действительно легко манипулировать. Профессор? Этот ноутбук, этот чип содержит важные дела для смертельной игры... Содержит важные для смертельной игры данные. Но теперь хозяин Гашу может быть спокоен. Хозяин Гашу? Пиздец. Нахуя я сказал, что я ей доверяю? Какая ебасосная ситуёвина-то настала, а? Блядь. Как будто хуем не мы там по губам поводили. На, отдай ноутбук и чип. Это не профессор Мишима. Слишком поздно. Оба уже подключены ко мне. Я уничтожу все данные на них. Вы больше никогда не посмеете мечтать о побеге. Нет. Не пытайтесь сбежать от главной игры, мерзкие людишки. Пизда. Просто пизда. Га? Что? Что это? Произошла ошибка. Произошла ошибка. Произошла ошибка. Черт возьми, почему? Что вообще происходит? Кажется, все прошло хорошо. Судя по всему, мисс Нао. Ой, они запиздячили в ноут вирус, да? Нао, что ты сделала? Это... Не разговаривай со мной! Не смей произносить мое имя, прикрываясь голосом и внешностью профессора! Ебать, блядь, секретные материалы пошли. Нихуя, блядь, Джеймс Бонд. Ноу! Неужели с самого начала? Ты правда думал, что моя связь с профессором настолько слабая? Эй, мисс Сара, помнишь ту загадочную программу на ноутбуке? А? Файл-тайник. Точка, уморительно, да? Он назывался тайник.прн. Ну, это была крайняя мера, которую предпринял Кай. Файл-тайник на самом деле был взламывающей программой, использованной, чтобы получить данные организации. Что? Взлом? Ха-ха-ха-ха, это тебя сейчас удалят! Хватит!
Искусственный интеллект исчез. Ты можешь стоять, мисс Сара? Я могу стоять сама. Все такая же осторожная, ага. А ситуация из... хуесосной оказалась нормальной? Ей, живем! Теперь я займусь анализом, а ты делай свое дело. Собери всех в лобби, я на тебя рассчитываю. Не обращая внимания на мои потуги держать себя в руках, Соу начал возиться с ноутбуком. Что? Какого хуя сейчас произошло? Прости, что обманула тебя, Сара! Объяснись-ка, бля! Пожалуйста, объясни все. Хорошо. Я объясню, понимаешь? Когда началась фаза обмена и нам раздали карты ролей, самозванец появился на мониторе. Я верила только в начале, что профессор был воскрешен. Но я быстро все поняла. Самозванец сказал мне принести ноутбуки и чип рейнджера. Опять они его рейнджером называют? Блять, какого? Он приказал сделать все одно и ни с кем не обсуждая. Но... Когда ты объединилась с Соу? Когда ты объединилась с Соу? Не так давно, чуть раньше, чем я встретила тебя в медпункте. Сначала я немедленно захотела обсудить все с тобой, Сара. Но подумала, что самозванец может этого ожидать. Если бы стало понятно, что я о чем-то догадываюсь, естественно, он бы исчез. Так что я решила, что нужно вытянуть из него всю возможную информацию. И ты пошла к одиночке, Вуф? Да, он не ожидал, что я стану говорить с... Соу. Пока я продолжала вести себя так, будто повелась, мы подключили самозванца к взламывающей программе. Подумать только, что Нао способна на такое. И лучшим способом заставить его поверить мне было противостоять тебе перед ним, Сара. И это все был план одиночки? Здорово, мяу. Верно, наверное, я сама унылый тип. Нет, старшая сестренка Нао веселая, мяу. Я правда так не думаю. Но из всех возможных людей она получила помощь от Соу. Как ни посмотри. Я буду верить в Соу. Соу упомянул план побега, так? Пожалуйста, собери всех в лобби. Но... Вот так, блядь, дела. Соу? Соу! Могла бы ты не разговаривать сейчас со мной? Ты бесишь меня, мяу. Наверное, стоит оставить его в покое. Так, тут ничего важного. Так, большого Мишима больше нет. Так. Здрасте. Есть прогресс с побегом, Сара? Да. А? Пожалуйста, идите в лобби. Вы правда? Соу сейчас пытается что-то сделать. Соу. Оки-доки. Я верю наполовину, но я приду в лобби, как только закончу здесь. Оки-доки. Так, идем-ка в комнату из камня. На полу лежит планшет. И шокер. Странное устройство.
Окей. А? Кьютара? Он спит? Походу, он себя... завалил? У него изо рта течет кровь! О, первое знакомство с трупом. Поздравляю, гениашка. А... горело. Все в порядке, он дышит. Но без сознания, что ради всего святого? Хуй знает. Что могло произойти? Блять, да я ебу. Так, что ж, самое логичное, что... я идти не могу. Я его возьму. Получен планшет. Он принадлежит Кьютара? Почему он на полу? Потому что он его уронил! На полу лежит странное устройство. Старшая сестренка Сара, я видел такие по телеку, вуф. Это электрошокер, вуф. Ого, какой умный. Что? Если дотрагиваешься до него, то тебя бьет током, и ты не можешь двигаться, мяу. Получен электрошокер. А еще на нем бирка с надписью «Одноразовый мяу». Значит, не убьет больше никого. Не может быть! Кто-то использовал его, чтобы обезвредить Кьютара? Ага. Он больше не работает. Так что я думаю, ты права, вуф. Что здесь случилось? Кто-то ёбнул, блядь. Да куда мне идти-то? Неработающий монитор. Отменить. Планшет, на котором можно посмотреть свою роль, найден рядом с Кьютара в комнате из камня. Он опасен, так что мы с Гином забрали его в тайне. Мы не можем его вот так оставить. Да, но разве ты его унесешь, мяу? Дай подумать. Я позову кого-нибудь. Я позову кого-нибудь. Кьютара! Что здесь случилось? Мы объясним позже, Кьютара в порядке, да? Кажется, может пройти немного времени, прежде чем он очнется. Вот как. Мы встретимся в лобби позже, Сара. Я донесу его на спине, если понадобится, потому что мы на пути к побегу. Так ведь? Да. Делай, что должна, ладненько. Спасибо большое. Окей. Так, теперь я могу идти. Так. Так, ну, в принципе, отсюда только в лобби. Что-то тут как-то не очень людно. А? Свет выключен? В темноте кто-то есть.
Вот как. На вашем сердце весьма глубокие раны. А? На моем? Не только на вашем. Все остальные не в лучшем состоянии. Все? Иногда лучше избавиться от слишком болезненных воспоминаний. И на самом деле, человеческий мозг способен на это. Вы все слишком сильны, поэтому не можете стереть свои воспоминания. И ты хочешь стереть их сама? Мои воспоминания об Элисе. Не только болезненные, понимаете? Чудесные воспоминания брата и сестры. Они останутся, и вы сможете забыть плохие воспоминания. Я единственное могу помочь вам. Нет. Я точно не должна забывать Элиса. У меня не так много воспоминаний о нем. Если я потеряю плохие воспоминания, то едва ли что-то останется. Так что, я ничего не хочу забывать. Мисс Рёка. Хорошо, я поняла. А? Сара! Рёка! А что вы делаете в темноте? Что вы делаете в темноте? Ха, ничего такого. Ну да, так и поверил. Может, это сложный путь. Я буду в лобби, Сара. Приходи, если понадоблюсь. Сафалин, объяснишься? Я верю, что использовать это устройство – единственный способ стать счастливым. Что бы вы о нем ни думали. Окей. Так, давай в лобяныч идем. Думаю, я позвала всех. Эй, Сара, что тут происходит? Фух, черт, Кьютара далеко не Пушенко. Выход правда есть? Давайте будем верить в Соул. Все собрались. Окей. Братан, если Кьютара нихуя не Пушенко, может, положишь его уже где-нибудь, а? Ладно. Так. Но. Надеюсь, мастер этажа не узнает про наш план. Если Гашу нас увидит, будет плохо, да. После инцидента с фальшивым и Мишем, они могут догадаться, что что-то происходит. Если они не совсем долбоёбы, они уже об этом догадались. Тогда они будут очень внимательны. Где Соу? Соу все еще в твоей спальне. А, кажется, он пошел в комнату с мониторами. Неужели тайная комната там? Может быть. Стоит заглянуть в комнату с мониторами. Так, а с остальными говорить вообще надо, но? Мы правда можем сбежать? Честно говоря, поверить сложно. Рёка. Это правда. Это правда, мы близки к побегу. Черт, подруга. Ты на все способна, Сара. И нам просто нужно еще раз приблизиться. Да? Что-то мне подсказывает, что все будет не так просто. Да ладно. Сара! Соу действительно старается вытащить нас отсюда!
Не, он не старается вытащить вас, он старается вытащить себя, а вы это так, побочный груз. Канна. Определенно? Определенно, нам приходится рассчитывать на Соу, но... Я уверена, он справится. Канна, значит, ты веришь ему? Бро? Кажется, Кьютара еще не очнулся. Он будто... Он... Как будто он глубоко спит. Ух. Нужно сбежать, пока он не очнулся. Может, сбежим до того, как Кьютара очнется? Это было бы забавно. Как разогреть кого-нибудь, пока он спит? Радости было бы. Так, ладно, со всеми перепиздел, так что идем в комнату с Мониками. Что? За мониторами лестница! Старшая сестренка Сара, давай посмотрим, что там, мяу. Хорошо, и мы посмотрим, что там, но уже в следующий раз, а сегодня на этом будем заканчивать. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока!